Всем привет! Всех с Новым годом, с наступившим! Вот мы тоже все вышли немножко поработать. Здесь я собираю 600 тунгус опять. Есть интересные мелочи, хотел их показать. Вот смотрите, это редуктор. Вот так выглядит редуктор нового снегохода. Корпус тот же самый. Так, а вот что написано. Мандераша. Но это ладно. Можно написать что угодно. Смотрите, что здесь не так. Вот эта пластина, она не прикручена к корпусу редуктора. Как обычно у всех бывало, вот здесь, да, отверстие есть. Но здесь есть подливка под нее. На самого отверстия нету. И это очень печально, потому что если делать вот так, я не знаю, видно вам или нет, но редуктор ходит. Причем нормально ходит. Вот. Я считаю, что вот это крепление, оно нужно. Были еще крепления вот под этой звездочкой, два болта. Бывают такие крепления, если здесь нету, допустим, отливки. Там, не помню на какой, на 500-ке вроде я встречал такое, что тут отливки нету совсем, а здесь она крутится, двумя болтами прикручивается. То есть здесь ни этих болтиков нету, ни здесь, ни втулки, ни отливки, ни резьбы, бля. Мужики, это вообще, это херня полная. Оно и так-то тут все мягкое. Вся вот это. Не просто же так люди сюда пластины железные подкладывают. А вы им еще их лишаете вот этой возможности, бля, хоть как-то связать это все вместе в кучу. Задняя передача, все знают, что такое, как она работает, да. Тут чуть-чуть газку поддашь, и вот это все будет гулять все вместе в кучу. Короче, не знаю, надо что-то решать. Я думаю, что сейчас я буду тут сверлить отверстие и все это прикручивать. Вот. Это, конечно, ебань такая, еще та. Но это надо сделать будет. Вот. Ушли они от болтиков с отверстиями, да? Ушли вот к таким токарным штучкам, дрючкам. Так опять же есть вопрос. А неужели нельзя эту токарную штучку приварить уже в нужном положении? Да, чтобы не было вот этого вот. Изгибчика небольшого. Неужели под углом это нельзя сделать? Конечно же можно. Ведь это же уже штучка приваривается после того, как рамка готова. То есть уже можно сообразить вот это вот. Отцентрировать одно отверстие с другим. Ну, не знаю. Ладно. На этом все, в общем-то. По этому снегоходу. Больше ничего интересного нет. Смотрите, насколько изменяется жесткость конструкции. Без болта закрученного. Он сейчас расслаблен. Смотрите. Видите? Всего лишь... Ну, у меня рука трясется еще. Это всего лишь передвижение пластины. Вот видите, немножко ход у нее есть. Вот когда при нагрузках также это все будет происходить, 100%. Вот, видите, сейчас будет закрученный болт. Так, болтик я закрутил. Смотрите. Видите, нет уже хождения того, что было. А это очень много значит. Сюда подложил гаечку, потому что подошло, в общем, нормально просверлил отверстие, все будет работать. Небольшой ход, конечно, есть ввиду всей такой конструкции, то есть тонколистовой металл, у нас тут понятно, все равно есть отклонения, но они уже не такие, как без этого болта. То, что болт нужен.
Ну и по традиции человек заказал карбюратор, я ему сделал фильтр топливный с отстойничком, то есть тут место удобное как раз для него. Вот все вкладывается в пазики. Тут можно прикрутить его стяжечкой. То есть тут не мешает ничего. Вот будет так. Ну и больше вам не буду ничего показывать здесь, потому что вроде ничего такого нету. Вот.